они на мой кадык. Ты видишь, как я радуюсь? Спроси, почему? Отвечаю. Сегодня в интернете прочитала про себя инфу. Короче, теперь я фигурирую так. Певица Феникс, птица Феникс, киевская мукла. Ты понимаешь, что происходит со вчерашнего дня? Стоять бояться, всем сосать! Защищайте глаза и руки, потому что буду бить по рукам. Короче, я теперь этих гамадрилов недобитых, вот, которые друзьями называются, я их буду люто. По системе Станиславского и Немировича Данченко дрессировать. Сближение со мной будет возможно только в исключительных случаях. Во всех остальных тупо забиваю, без вариантов. Я теперь модная. Мой адрес не дом и не улица. Ах, долго так! И так будет с каждым, кто что-то вякнет мой адрес. Вот тупо искореню, методично и с особым цинизмом. Короче, ты понял? Заходишь в интернет, и сразу на первой странице, видишь, огромными буквами высвечивается «Птица Феникс». Киевская мукла. Все. Курите писю, занюханное убожище. Мракобесие вокруг. И вдруг такая звезда. Хо. И стоит на ней. Конечно. Будет харить по-любому. Моя стратегия в этой ситуации проста. Вот тупо морожусь, ебись оно все конем. Захожу уже не так, как эти гондонища заходят. А захожу полной грудью в любую дверь. И уже со старта расчесываю там разные прайсы, шмайсы. Никаких поблажек и сердобольства лишний раз. Вот тупо официальная линия партии. Зик! Хайль! Зик! Вот так тебе нужно с ними вести. Вот так. А как Гитлер с евреями? Пожалуйста, я прошу вас, снимите ошейник. Я умоляю вас, ну хватит надо мной издеваться. Ну снимите ошейник, мне больно. Ну я умоляю вас. Отпустите меня.
Я не могу так больше, я не могу. Ну, проявите вы хоть каплю милосердия, я умоляю вас. Я вырежу все это, я клянусь, я вырежу. Я не буду так больше.